Неделя-две ему еще. Как? Месяц ровно, месяц. Неделя дома, как я его трехнедельно забрал. Этого щенка Александр подарил своей девушке год назад. Это была ее мечта. Собаку назвали Ханом, воспитывали вместе, но жил пес на два дома. Но все равно мама, дом, там у нее бабушка больная, она ездила к себе. Когда на такси, когда на автобусе, и, естественно, когда просила Хана там забрать процентов. Ну, из 10 случаев раза три я давал собаку, она на день, на два уезжает, например, с ночевкой, потом приедет. Вот и в этот раз Регина уехала домой вместе с собакой. В ночь на субботу случилась трагедия. Девушку убили. В квартире на Тельман она жила с мамой, а одну комнату занимал квартирант, мужчина 32 лет. Как выяснили следователи, он и напал на девушку. О смерти Регины ее молодой человек Александр узнал в субботу днем. Под вечер буквально уже, пока с этой бедой разбирался, часов 5-6 мне сообщили вообще про Регину. И потом у нее уже все, уже, я не помню, как чего уже. В этот же день в соцсетях появилась информация. В 20-ю маршрутку забежал раненый пес. Позже выяснилось, это и был питомец Регины Александра – стаффордширский терьер Хан. На боку кровь сочилась, да, на боку и на груди кровь хорошо сочилась, даже капала. Я ее на подножку, вот где капот водителя, ну, туда посадил. Сидит спокойно, собачка полностью адекватная, добрая была. Никакой агрессии вообще не проявляла. Ну, видно, что собачке было тяжело. Но раны, что поделать. Я вначале думал, что в нее пневматики стреляли. Регина часто на автобусе ко мне ездила, там через мост переедет. И он, видать, по памяти, психологическая какая-то травма, как что шок, он забежал в первый автобус. В 20-ку по маршруту пострел, он, получается, доехал до конечка. О том, что случилось с собакой, Александр тоже узнал из соцсетей. Хан защищал хозяйку, предполагает он. Этому собаку специально учили. Видимо, за то, что вступилась за девушку, собаку и ударили ножом. Хану уже сделали сложную операцию. Вот сегодня фотографии мне скинули, что с ним сегодня на данный момент. На спине, говорят, два ножевых ранения. По пару миллиметров не доставал, говорят, до позвоночника, так бы ноги отказали. Сначала версия была, что 5 ножевых, сейчас говорят 4. Сейчас Хан на передержке, но отдавать собаку мужчине зоозащитники не спешат. Хотя у Александра есть все документы на пса. Так как вроде, по их мнению, я плохой хозяин, отдать ее тем, где ему будет хорошо. На свое усмотрение мнение приняли, и все, их не переубедить. Они не знают меня, кроме как внешности. Но здесь описана его кличка, Хан, стаффордширская порода, естественно. Галочка, что это... Кобель, сука, кобель, окрас серый. Пока Александр приходит в себя от случившегося. С Региной они встречались один год, а летом планировали свадьбу. Собаку в память о погибшей девушке он хочет вернуть во что бы то ни стало, но пока не пишет заявление в полицию. Надеется, сможет договориться с теми, у кого сейчас Хан. Я буду с вами долго мечтать на могилу приезжать именно с Ханом к Регине.